Воспоминания миг, как журавлиный крик, душа тревожит прошлого картины. Родимый отчий дом, все дети за столом, отец читает нам о Божьем Сыне. Последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже. Боже, последний раз, быть можешь, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже. Боже, воспоминаниями вдруг сердце опалит огнем минувших дней неумолимо. И вспомним мы избу, и где-то там в углу мать молится и шепчет наше имя. Последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, последний раз, быть можешь, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь. Говори Христу теперь, приду попозже. Воспоминания. Как добрый проводник проводит нас спасению силой Божьей. Простой молитвы дом и слышен призыв в нем, а ты сидишь и все твердишь по Боже. Как тает от лучей туман, рассеется и твой обман. Приду попозже, и вспомнишь ты в последний раз простой евангельский рассказ о Сыне Божьем. О Сыне Божьем, последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже.